и я всю жизнь ненавидел одиночество. Может быть, поэтому я искал встреч с людьми, знакомства. Но с годами стал замечать, что люди все более замыкаются в себе. Они погружены в свои телефоны, планшеты. Ими завладевает некая таинственная сила, имя которой — сеть. В детстве меня мучил один и тот же сон. Как будто бы я остаюсь один на земле. Вокруг меня нет людей, а только некие существа, от которых нет спасения. Я повзрослел, но этот сон не отпускал меня. Поэтому я отправился в круиз на теплоходе. Я жаждал встреч, общения, новых знакомств. Но вокруг меня были странные люди. Их взгляды были погружены в свои телефоны и планшеты. Они смотрели сквозь меня, мимо меня. Бессмысленные взгляды, пустые глаза. Тут я понял, что мне нужно делать. Мне нужно было порвать все связи с этой сетью. Решение пришло само.